Вячеслав Бормотов – врач-стажер в больнице Середавина. Он работает с больными коронавирусом. На передовую пришел в начале лета. Проходил ординатуру и вызвался добровольцем в ковидный госпиталь, который базируется на территории больницы с апреля. Вячеслав признается, первое время было страшно. Сложно психологически облачаться в противочумные костюмы и заходить в красную зону. Но, как говорят десантники, а сегодня этот девиз подхватывают и медики. Кто, если не мы? Ложится большая ответственность, в том числе и на персонал, и на нас в целом. Потому что вот как бы мы ординаторы, мы уже полноценные врачи. Вот, мы ведем пациентов совместно с опытными врачами, вот, оказываем помощь, также назначаем анализы, делаем обходы. Для Надира Ирзиманова работа в госпитале – это тот опыт, о котором он и подумать не мог. Сразу после окончания ординатуры бороться с новой коронавирусной инфекцией, которая перевернула с ног на голову весь мир. Говорит, летом было полегче, заболевших в разы меньше, а вот к осени ситуация ухудшилась. Сейчас, когда в регионе насчитывается больше 100 случаев заболеваний каждый день, медики призывают самарцев быть осторожнее и не игнорировать простейшие правила гигиены. Именно они сегодня лучшее средство безопасности. Чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах и транспорте. Самое главное, конечно, не растерять знания, основные нужны. И как бы не стесняться и спрашивать более опытных сотрудников, что непонятно, и как бы они с удовольствием помогут, подскажут. Сегодня в региональной медицине порядка 800 ординаторов. Из них половина уже работают врачами, участковыми или стажерами. Работа Самарского государственного медицинского университета и, в частности, института профессионального образования всегда строится в соответствии с потребностями практического здравоохранения. И когда к нам обращается практическое здравоохранение за помощью, мы всегда рады помочь. Поэтому наши ребята, ординаторы, откликнулись на призыв Министерства здравоохранения, пошли работать в красную зону. Каждую неделю у врачей берут анализы. Родственники и друзья, рассказывают врачи, поддерживают и понимают, что сейчас их близкие люди стоят на страже жизни и здоровья миллионов людей. Мария Левина, «События».